Райская жизнь. Мы с женой прожили счастливо свою жизнь. Счастливо, дружно, в любви. Никогда ни она, ни он не изменяли друг другу. Всюду вместе. В отпуск вместе. На работу вместе. Все радости вместе. Все горести пополам. Идеальная просто пара. Естественно, умерли в один день, естественно, попали в рай. А в раю климат, шикарный климат. И такую квартиру получили, хорошую, пятикомнатную, с видом на речку. Отлично, птички поют. Ну, просто жизнь замечательная. Ну, что, единственное, что как-то вот, ну, как-то так скучновато. А так все скучновато. А за изгородью там ад. И там именно... Гулевание с утра до ночи, там хард-рок, вот это, крики, шум, какие-то женщины легкого поведения, что-то невероятное. Каждый вечер такие крики, музыка, невероятно. И она ему говорит, слушай, надо поговорить со Всевышним, ну это что, ну это же не дело, посмотри, мы, ну как, это же, ну как-то скучновато. Ну и, короче, записались к Всевышнему на прием, приходят и говорят, Господи, извини нас, пожалуйста, но как-то вот что-то странно. Вот, конечно, нам просто очень хорошо, но вот мы видим в аду, там такое творится, а здесь как-то, вот как-то скучновато. Ну как-то, может быть, как-то это можно вот как-то поправить. Он говорит, я не понял, вы что хотели, чтобы я ради вас двоих оркестр заказывал? Любимая теща. Домой возвращается зять, сетка какая-то, у него баночка из-под бульона, какая-то коробочка из-под котлет. Видно, что он был где-то в больнице. Жена его встречает и говорит, ну что, как? Он говорит, ну что, был у твоей мамы, вот после работы заскочил в больницу, говорил с врачом. Она говорит, ну что, как, что, как? Он говорит, ну, значит, так, надо, значит, комнату вот детскую, там, где Фимочка живет, надо ее освобождать, Фима будет с нами в одной комнате, а эту комнату для мамы, потому что мама перейдет к нам жить. Он говорит, что ты говоришь, мама к нам жить перейдет? Он говорит, перейдет. Доктор сказал, чтобы мы готовились к худшему.